что если... Все иллюзии. А почему нет? А давайте попробуем и посмотрим, сколько будет персонажей у нас фейковых. Вот эта армия идет просто, посмотрите. Это что такое? Они, наверное, сами в шоке. Я хочу посмотреть, как это выглядит от их лица. Ой-ой-ой-ой-ой, вы просто посмотрите, эта армия встала. Эй, that's pretty good. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенац, и сегодня у нас новый видос рубрики «А что если?». А что если? Все иллюзии. А почему нет? А давайте попробуем и посмотрим, сколько будет персонажей у нас фейковых. И сейчас мы это попробуем сделать. Но надо сначала объяснить ребятам, что мы будем делать. Раскидали ребятам роли, у нас будет все так. Второй слот у нас вроде будет на Террорблейде, третий у нас вроде на Наге, четвертый на Фантоме, пятый, по-моему, на Хаосе, если не ошибаюсь. Короче, ТБ, Нага, Хаос, Фантом и Зет. И все это под мантой. И потом в один момент выйдем в миду, заюзаем, все. И посмотрим, что они скажут. Я думаю, получится фаново, ребятки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить такие видосы. Ребятки, обязательно подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на ТГ, подписывайтесь на Бусти. Если вы не успеваете на стримы в 19 по МСК, не успел на стрим 19 по МСК, зашел на Бусти, там есть этот стрим. Ребятки, я туда заливаю по игре и можете смотреть там. Подписка есть там платная и бесплатная, так что выбирать вам. Для платников немного раньше выходит видосик, а... для бесплатников чуть-чуть позже. Ребятки, это касаемо Бусти. Не забывайте. Поэтому, ребятки, спасибо всем. Конечно, ЕСа я забанил. Много знаете, много пишите, ребята. Очень много пишите. Хорошо. Let's go. Сейчас мы подушим их. Подушим. Я сначала сделаю стандартик, ребятки. В общем, блин, я так, если честно, подсбился. Всем спасибо, кто поддержит, ребятки. Всем респектом. Хорошо. Нага. Хаос. Топ. Он 4. Нага тоже 4. Фантом и ТБ фармят. Вот так вот распределение. Я мид пойду. Все по чесночку. По чесночку. Все, let's go. Вот так расписали, ребятка. Я надеюсь, получится фаном. Гонис. Можем подраться. Ребята там серьезные, там мартретка. Акс очень сильно будет. Так, и мета. И мета есть у нас. Давайте вот так вот зайдем. Я сделаю вид, что я дурачок. Заходим в рушпит. Блин, я орирую с этих видосов в рубрике «А что если?» на самом деле. Роль четверки. Да, ты пока что 4. Потом по чуть подфармливай. Выгангивайте. И ок будет. Так, ну вот этого тяжеловато будет, да? Тяжеловато будет его. Опа! Это что, засада получается? Ну ТБ заберет. Заберет. Ой, хорош. Монету забрали? Кто монету мою взял? Какая Криса? А, там же Рики. А, забыл. Там же Рики Мара. Ну ладно, ребятки, остаемся без монетки, но ничего не поделать. Так, а у нас в миду серьезный оппонент. Это, между прочим, Хускароидус. Ладно, ТБшка у нас взял фарм. Это радует. ТБшка у нас взял фарм. Поэтому, ребят, ластхитим. Главное, у нас сейчас задача — это ластхит. Как хорошо, что еще 2 секунды выпало у Хаоса. Это ж вообще шикарно, кошерно. Так, этого
пацаненка я с руки не пробиваю, я постараюсь его дамажить под полем, поэтому, ребятки, берем вторым левелом поле, потом берем флакс и начинаем поддушивать его. Поддушить. Самое главное, нам задача, это сейчас крипстат, в целом постараться хорошо полосхитить. У Хускара такой же недалекий лосхит, как у меня, потому что у него нету дэмэджа, как и у меня в целом. Хорошо. Дядь, ну куда ты побежал? Что ты делаешь? Это мой тиммейт, ребята. Ничего не поделать. Зашел под тэшку, затанчил. Зайди в поле-то хотя бы, ё-моё. Какую-то фигню делает. Фигню делает. Пиданул просто. Ну да ладно, ничего страшного. Бывает, бывает, ребят. Бывает, ничего страшного. Это моя команда, тут не нужно... Не нужно что-то придумывать. Ребята играют как могут. Ребята как умеют, играют. Играют, не умеют. И играют, умеют. Против меня умеют, между прочим. Так, я не понял. Паузу, видосик поставьте, да? Кто лайк не поставил? Я что-то чувствую, кто-то лайк не поставил за это видео. Ребята, что за дела? Почему лайк не стоит до сих пор? Почему лайк не стоит? Ребята. А, все, поставили. Ну ладно, хорошо, спасибо. Спасибо, ребят, всем, кто ставит лайки. Лайк, коммент, и это все, что нужно. Лайк, комментарий добренький. Так, возьмем перчик. Хорошо, можно. Можно, бро. Промах. Можешь выйти, да, спокойно, мне кажется, соберем. За товар. За товар, походу, придется заходить. Товар. О, я начал, бро. Хорош. Давай, стану ему. Одна секунда, я заберу, брат. Ой, краса. Вот это правильный ганг, да? Молодцом. Так, ну, хаос у нас немного поудачливее, чем Нага Гаргон Сиренович. Будем называть ее так. Я буду флакс раскачивать. Флакс по кайфу вообще. Дистанция выкачивается. Самая кайфовая это дистанция. Спарки на этой карте максимально слабые. Так что отдыхай, дорогой. Спарки слабейшие. Шестой левел, надо мангусик будет к шестому левелу взять. А будет офигенно. Дабл килочек делает. Красава, бро. Дабл килочек. Жесть, не добиваю крипов у крипов. Крайне тяжелый ласт хит. Все-таки. Ой-ой-ой, фантома задушили, да? Фидят, фидят, пацаны. Ну, мисс типа не написали, да, получается, мидер. Рак, СС не пишет. Ну, получается так. Получается так. Если честно, когда работаешь на камеру, постоянно что-то говоришь, что-то как-то пытаешься вести развлекательный контент, постоянно забываешь про такие мелочи, как миссинг, потому что на автомате стоишь, крипишься. А дальше уже как бы... Как бы пофиг, ребят. Так, давайте возьмем вот эту и вот эту вещь. Давайте вот так вот. Оп, хорошо, уплотнились. И ребятам будем на боковых помогать. На боковых. А пока фармим. Оп, не добил, рак. Ускар Уэдик бежит. Сейчас мы его примем. Хорошо. Оп, хорошо. Плохо. Потому что поле второе не вижу смысла уже ставить. Вообще не вижу смысла ставить второе поле. Ну пойдет. Пойдет. Неплохо. 600 золотых есть, медасик к 8 где-то сделаем, ребятки. Где-то к 8, потому что я взял себе аквилу. С аквилой немного легче будет подлосхичивать. Берем флакс на полную. Обходи, да, смело. Не парься даже. Бей его. Оп, найс. Вообще, такая уязвимая цель, на самом деле. Так.
Вот так сделаешь. Оп. Умрет, по идее. Да, умирает. Хорошо, даблкиллы. Ох ты, стилер. Забаню. Так, ну чуть поддушили оппонентов. Это радует. Что ты хочешь от меня? Хочешь что-то от меня на Аксе? Чего хочет, непонятно. Непонятно. Так, гоу, медасики кидать, парни. Медас уже готов, медас уже заряжен. О, гоу. Так у меня флаг с КД, дядь. 1,6 секунды. Оп, а вот и расстояние то самое хваленое. Ренжа, то, что нужно. Ух ты, ну, с одним спарком не заберу я. Не заберу. Мне нужно бы пробежаться, успеть. Прикиньте, не успеваю на кэмп. По идее, могу успеть, кстати. 5, там до 50, до 55 успеть надо. Вот так делаешь, да? И вот этого поближе забираешь так. Вот так вот, по идее, успел, кстати. Найс, хорошо. И фармим. Наша задача основная, это, конечно же, манта первым слотом. Это просто must have в этой катке, потому что тут каточка у нас иллюзионисты. Поэтому, я думаю, получится весело. Я могу лес, в принципе, уйти. Я могу уйти лес, и вы фармите себе слоты. В принципе, с таким затаром я могу... Могу с таким затаром, в принципе. Так, ну кату бы добить. Там Хускар не хочет ее добивать, да? Оп. Или мне пофармить? Мидас надо. Да, тут через мидас, кстати, самый кайф будет. Катка будет немного подзатянутая, потому что все манты собирать крайне тяжко будет. Пока фармим. 40 крипчиков пойдет по красоте. Отлично. По чуть тэшку казним, наверное. Хотя лучше ее, наверное, не забирать. Давайте не будем забирать. Все, я лес пошел. Пусть Нага фармится. Так, Хускар почти армлеет. Пусть Нага фармится. Я лучше леса поколочу. Так будет удобнее для моей же команды, чтобы я отдал вот этот фарм, да? Чтоб мы сбалансили и где-то к 20 минуте сделали все, что нужно. Так что, ребятки, все для команды. Так, я тут не стак, но это плохо. Сейчас у меня вот это уже откатится. Хорошо. Давайте, наверное, темпест отправим на топ сейчас. Хорошо. Ух ты какой. Ну ладно, я пытался. УТБ там full free. Радует. Что там, драка, да, идет? Гоу, поможем ребятам. Поможем чуть-чуть. Ух, там народу-то, а. Народу-то, а. Доши, дядь. Я Хевича туда же сейчас запихню. Ну ты какой, на Рике. Бей, не жалей. Бей. Хорошо. Нормальная. Уии, озвучка. Ай, травела беру. Вот так вот. Молодцы. Хорошая драка. Но не без потерь. Выразимся так. Но не без потерь. Так, ну что, манта не за горами. Манта не за горами. Пойдет. Манта не за горами, next манту делаем. Манта next там.
Хорошо. Можно еще дастики взять для Рикимару, конечно. Так, наверное, и сделаем. Все, let's go, дальше лесочек. Сейчас низ, наверное, подфармим, да? Да гоу низ, че я лес пойду? Лес нет смысла сейчас идти, там низ подпушивается. Почему бы низ не сходить? Просто медасим и все. Медасим и все. Ух, там мартрейд как крейзи. Так, у меня, в принципе, ресипи Яши уже есть. Ну, к 15-й, думаю, сделаю манту. В принципе, можно будет. Можно будет сделать. Хорошо. Так, вот так делаю. Ребятам чуть-чуть поможи даешь? Гоу, я смотрю, там не только чуть-чуть поможи надо делать, там не чуть-чуть надо поможи делать. Помогаю, дядь. Добивай. Хорош. Лучший, лучший. И гускарчика туда же. Отлично. Манты, манты, парни. Манты. Вкусные манты. ТБ через бомбчик, ну правильно. Первый стартовый арт, да? Дальше в манты. Ух, я уже в предвкушении того, что сейчас будет на самом деле. Пока что задача у нас идет хорошо, уверенно вперед. Задача идет вперед. Ну, я не фармил, мы тебе поможем, не переживай. Рега. Хорошо. Так, Яша есть, да? Яшка есть. Фантазил. Фейтесил. Пертусин. Хорошо. Хаос 7 левел. Ну, я медаси это по КД, да? И он четверка. Хорошо. Так, сделаем через shift. Стой. Маны даю. Хорошо. Маны дал. Отлично. О, ТБ нафидел. Ой-ой-ой. Вот да, секель побежал. Ой, 4 секунды. Я тут тоже умру, скорее всего. О, жалко, никак не выживу здесь. Но пойдет. Домой! Домой, 0-4. 0-4 пишут. Домой! О, это весельчаки, мне эти нравятся. Смотри теперь. В оба глаза смотрю, брат. Красавы. А, ребята, это жесть. Смотри теперь. Жесть. Давайте убьем его. Вот этого чувака. Так, Акс в лес пошел, но мы сейчас вот так сделаем. Задушим его. Погнали. Вот здесь Спарка поставим. Оп, он не будет видеть. Смотри теперь.
Не надо, дядя. Ух ты, смотри, ТПР, а? Он, тут, ну, Магнус помог ему по-любому. Так, мне бы медаснуть. Мне бы медаснуть, братцы, не успел я. Домой сказал. Много пишешь. Что-то. Что-то много пишешь. Магнус тут затащил этот момент. Буду убивать тебя и буду писать. Изи. Договорились. Все, гоу. Че там он там в себя поверил? В себя поверил там. Шутка. А я не шучу. Давайте порофлим. Почему нет? Блин, ну Магнус, я видел Магнуса, надо было сразу. Я думал, если честно, чуть-чуть инповать, не будет такс. Но такое. Эффект тут. Да, раки, Тима. Так, манта почти есть. Да жесть, я не там медас не кинул. Это плохо, ребят. Вот туда. Это печально. Но манта почти есть. Манта почти есть. 200. 400 манта. Если бы я сейчас не сдох, забрал бы акса, было бы чуть-чуть получше. Манта была бы уже. Пойдет. Так, ТБ там задушили, да? Хорошо. Будем путать оппонентов. И посмотрим, что из этого выйдет. Магнус единственно будет смывать все. Настоящим полетим туда. Хорошо. Ух ты, ахе с даггером, кстати, ребят, это плохо. Ахе с даггером. Дэка это. Ча, брат, подожди. Так, ну, я, в принципе, готовлюсь уже к тому, что можно будет затушивать. Дэка это там. Все что-нибудь напишет. Акс тоже неплохо будет с иллюзиями справляться. Думаю, мы найдем подход. Хорошо. Пи. Че там, ребята дерутся, да? Гоу подеремся тоже. Ах ты. Печалька. Вон Рики. Гоу. У меня жалко, нету кнопок. Нету кнопок. Этот в меня бежит только. Ну, типа, one way, да? Момчик. Момчик. Что-то мы сосируем, пацаны. Сосируем. Сейчас мы вот так сделаем. Мне бы медаснуть. Хорошо. 5, гоу. Так, сейчас будем дамагу делать по-любому. Даст еще берем. И давайте варды взяли. О, варды взяли. Хорош. Мартретку надо слить, молнию сделаем. Гоу. Мартретка что-то газует там, газует. Пуска сначала надо. Пуска. Энрике тут. Хорошо, иллюзия в действии. Молодцом.
Пошло, первая задача выполнена. Нету никого. Там, смотри, по лесу бегают, го. Молнию сделаем, наверное. А лучше дефолт сделать и МКБ. А ему ГГ тут. Давай его туда же. Араш. Отлично. Неплохо. Что-то они еще, в принципе, что-то делают оппоненты, да? Изюма добавляют в катки. А Хевича надо, да, пацаны? Давайте диффузил сделаем. Пойдет. Так. Го, мид с иллюзиями. Даешь? Пацаны. Хаоса нету немножко. Давайте сделаем так. Раз, два, три. Вот так вот, иллюзии пошли. Бахай манту, брат. Смотри, сколько зетов. Вообще, что происходит? Сколько иллюзий на миду у нас тут. Ой-ой-ой. Жесть. ВВ, уйдите, уйдите. Жесть сколько, смотрите, сколько чувачков. Пойдет. Чуть под фарм. Г. Хаосу. Купим манту. Гоу. Хаосу манту купим еще чуть-чуть. ТБ фармит. Сейчас боковиночку пойдем. Пляски. Пляски, говорит. 200 надо, это немного. Так, я, наверное, пойду на базу схожу. Хорошо. Отлично. Пляски. Пляски купил, говорит. Я молнию, наверное, все-таки сделаю. Тоже купил. Тоже купил. Так, ТБ душат, да? Ой, хорош. Но я далековато, я не могу ничем помочь пока. Бро, живи. Ух, ё-моё. Отчасся. И зачем, да? Ну, под... зря. Зря ты поставил, они сейчас откадешатся. Вот этого гу. Пойдет. Иллюзии в бой! Пошло дело, иллюзий очень много, не понимаю, что происходит, да? Смотрите, сколько тут народу. Ой-ой-ой. Манта есть, пацаны. Хорошо. Жесть, сколько народу. Это рикимары никакой тут. Жесть, столько на самом деле тут путаницы получаются. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть от реплея. В реплее посмотрю. Как это на реплее будет выглядеть. По-любому вставочка с реплея будет. Это must-have-ная тема. Ой, ну начинается вот это вот всякая вот ливерная контора. Ливерная контора. Джаск. Джакс. Есть манты. Все ок. Что может пойти не так в таком фановом видосе? Конечно же, то, что кто-нибудь по-любому ливнет. Конечно, может быть такое. Ну ладно. Ничего страшного. Главное, сам эффект. Сейчас мы посмотрим, что будет происходить далее. Вот отсюда надо кидать.
Раскидают, но ничего. 11 ассистов же есть. То самое чувство, когда... Lost the connection. Давай, брат, реконнектит. Если lost the connection вылетает, должна вылетать и реконнект. У него по-любому там... Блин, пацаны, Wi-Fi, время кончилось. И все, сейчас обратно. Ай-яй-яй. Я так чувствую, еще одну катку надо будет. Еще одну катку надо будет делать. Чтобы контента было. Все, это кик. Без него идем далее. Так, я забыл Аксу написать, что изи. Отсюда. Ждем всех. Так, ждем Фантома. Эй, куда так рано? Ладно, гоу. Все, пусть они идут. А сами в рошу. Жесть, тут у нас на миду фейковая, короче, засада. Фейковая партия. Фейковая партия у нас тут. Жесть, смотрите, и люди ломают просто. Мид ломаем. Мид падает, пацаны. Просто иллюзии. Зашли, сломали пол хайграунда. Осуждаю. Это еще без фантома иллюзии. Жесть. Это забавно. Да, жестко. Это жестко, ребята. У меня ульт 80 сек. Да это понятно. У тебя долгий ультимейт. Да герочек куплю сейчас. Вот это жесть, конечно. Так, гоу на базу, да, дропнем. И вот так вот сделаем. Все, я в принципе запакован. Жесть. Манта. Хорошо. Манты хотя бы. Так. Гоу. Хорошо, раз. Два. Вот эта армия идет просто, посмотрите. Это что такое? Это что за армия вообще? Вы посмотрите, просто иллюзии идут. Опа, смотри, они думают, что там мы настоящие, короче, но там настоящих даже близко нет. Там только нага и все. Го, поможи делать. Это жесть какая-то. Пацани, хелпа будет? Хелпа будет? Не будет хелпа. Жесть. Хелпа не будет. Этот ТБ не захотел драться, что-то простоял. О, хаос ультанул. Фига, мартретка убивает всех. Блин, это жестко. Оппоненты думают, что мы там всей толпой идем, но на самом деле нас там нет. И мы нападаем. Это фаново. Это реально фаново. У хаоса прокнуло. Экстра иллюзия. Опа, ГГ этому чуваку. Изи, напишем. Смотри, там какие арты у мартретки появились. Из-за ливера он его раздел. А Ега еще есть. У нее ничего не было. Ливер появился, все. А влево, вправо, надо было вправо бежать. Топель. Хорош, нифига себе его далеко закинуло. Видели? Отсюда закинуло сюда. Очень далеко закинуло. А, варды стоят. Варды. Надо выиграть их. И еще одну в пабе сделаем. Парни. Пабе сделаем одну. Хорошо, вот так вот. Да, по чуть подсносим.
С фейка нет, не с фейка не буду. Хорошо, по сейчас молнию сделаем. Молния, молния уже в принципе есть, будем вешать. Сделал уже. Есть кнопки? Ля, там в миду все. Пацаны, пошли. Иллюзия души, блин, это люто. Не знаю. Ждем все кнопки и го мид. Зашлем. Армию иллюзий. Мои иллюзии помогут мне завоевать мир. Рикимару поймали. Ой, еще 3 секунды ему болта туда. Ждем, 10 сек. Ждем. Все сюда. Подойдите. Сюда. Сюда. На видео. На видео. Готовы жать? Опа, отправляем вот эту араву. Во, поехала. Поехала, пацаны. Смотрите на эту араву просто. Это жестко, парни. Это жестко. Ух, там магна прыгнул. Он думает, что там кто-то есть, но там никого нет. Там просто тупо иллюзии. Просто тупо иллюзии. Пацаны запутались просто. Ой, запутались тупо. Пацаны тупо запутались. Не знают, кого убивать. Так, ну я, если честно, Мартретку не очень хотел бы пытаться ее бить. Жесть там, сколько промахов по ней, да. Видели, тупо молнии бью. Тупо молнии. Кто-то еще ТП дает, Рики. А, я убегаю. Вот он я убегаю, я убегаю. Ой-ой-ой. Эх, не успел, давайте, я вернусь. Я буду сильнее. С одного удара Мартретка убивает. Вот это кринж, конечно. Хорошо. Отлично. Хорошо. Давай поможи мне, а? Хорошо. Оп, и Спарк полетел. Жесть. На красоту, на вставочку. Просто на вставочку. Отыграл свой байбек по чётенькому. Хорошо. Еще раз. Сделаем ща. Под Магнуса не идите в стороне, стойте. Иллюзии сами идут. Хорошо. Иллюзии сами там все делают. Так, найс, и на низу сломаем. Блин, на самом деле фаново. Жалко, Ливер дал артефакты, да, и это на самом деле немного сейчас оттянет сам процесс, сам кайф вот этих неубиваемых иллюзий, которые на ранней стадии. Парни, что там иллюзии? Г ультанем внизу, иллюзии по низу, а мы по миду, оригиналами. Окей. Сбор. Да, там, ща подойду. Портретка идет. Хорошо. Хорошо. Акса давайте тогда. О, жесть. Магнус там ультует. Ай-яй-яй, как жалко, не забрали Акса, да? Ну, такой немного провалился, но с план, как будто они за стрим снайпили. Жесть. Но надо двигаться тут тогда. Никого не забрали, вы заметили? Там тупо РП в никуда было, все в никуда. Иллюзии по низу. По низу.
Они за иллюзии. Хорошо. Погнали в мид. Хорошо. А сами мид ломаем. Во! То, что нужно. То, что нужно, а сами мид ломаем. Они вообще в шоке, что происходит. Отлично. Вообще в шоке, пацаны, что происходит. Блин, она с сплэшем хреначит по-страшному. На году за Горгонович. Так, кого она там бьет? Я не знаю, что происходит вообще. Я сам, если честно, ни хрена не понимаю, что происходит, ребята. Это какой-то кринж. Это какой-то кринж на самом деле, потому что молния отлетела. Ой-ой-ой, это жесть. Отходим. Отходим, ребята. О, слило все иллюзии, прикинь. Хорошо. Есть. Я не знаю, это жестко, ребят. Я сделаю октарин сейчас еще до кучи. Это очень жестко. Блин, там столько молний вылетает. Я вообще в шоке. Столько молний вылетает. Хорошо. Секингу все-таки вот фантому надо быть в толпе в этой. Быть в толпе этой. Все-таки быть в толпе надо желательно. Так, готов. Ждем. Рез ТБ. И по низу иллюзии. Парни, пустим. Хай идут. По кайфам. Я пойду где-нибудь по моросю. Моросю. Травела бы Террорблейда. Террорблейда бы травела. Чисто ты люди. Фантом может... Кстати, вот жалко, что они недолговечные, да? Прикиньте, какой трэш был бы. Ждем всех. ТБ придет сейчас? Сейчас ждем, 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 ждем. Ждем, пацаны. Тек, ждем. Ждем, ждем, ждем. Вот это самый такой момент, который просто шикарный. Ждем Террорблейда. И поехали, ребятки. Будем нажимать сейчас все. Сейчас все будем нажимать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы просто посмотрите, эта армия встала. А сами смотрим, что происходит. Я вот по главе вот этот Z, это чисто глава. О, там, смотрите, драка пошла. Ну как пошла, Рикимару там убивают. Иллюзии просто, посмотрите, что происходит. Просто иллюзии ломают все нафиг. Это что такое за дота? Это вообще законная дота какая-то. Ору просто. Они сами не знают, что происходит. Они думают, наверное, мы сами иллюзии. То есть мы даже бегаем настоящие, они понять не могут, мы тут или, не, или где. Жесть. Это ужастик какой-то. Эх, Магнуса не успел сбить. Но я-то, скорее всего, сдохну, да, под сплэшем. Это жестко. Хорошо. Это жестко, ребят, я не знаю. Ну это прям... Так, Тервала на базе скинуть надо. Жестячка прям вообще. Жестяшка. Жестянка. Ждем, ждем. Пусть дефнут. Еще разок. По топу. А сами с мида зайдем. Жесть. Не, это жестко, ребят, честно. Я не думал, что такой эффект будет. Но там около 25 клонов. Плюс-минус получается. Жесть.
Я пойду шарт, наверное, куплю какой-нибудь. Я лучше Travel 2, наверное, взять. Travel 2 возьму. Хочу грязь сделать. Жесть, с мантами. Я, честно, не думал, что такой эффект будет. Но это ромба. Еще одну каточку надо сделать. Мне прям очень понравилось. Сам эффект. Сам эффект, это жесть. На топе. В топе суету наведем. Заваржу, да, и гоу. Вот это будет офигенно. Так, мидас надо же, ё-моё. Пока ребята там бегают, я пойду. Сделаю суету. Суету наведу. Хорошо. Ждите. Парни. Чуть. Это жестко. Ждем. Да, да, нормально будет. Чё они умрут? Ничего не умрет. По миду. Хорош. Жесть, вы посмотрите на эту суету. Суета. Хорошо. Вот это вообще что такое? А сами топ. Так, подожди, я помогу, дядь. Ой, не успел. Ну а там иллюзии ломают. Жесть, их там слили ваншотом походу. Блин, ну это жестко. Реально. Это жестко. Да ты что? На мартретке, конечно, парень в сказки верит до сих пор. Сказочник. Брат, я подсейвлю. Так, у меня нету поль, да? Поль нету. Хорош. Да ладно. GG на вставочку. Ребята, ну это жестко. Я еще одну катку хочу в этой стратегии. Я надеюсь, эта катка вам понравится первая. Ну, она фановая максимально. Максимально фановая, не знаю. Мне понравилось, прям годно. Прям годно. Интересно выглядит. Задумка максимально интересная, фановая. И давайте еще одну сыграем. И удостоверимся, что это реально жестко. Ну что, друзья, загружается вторая каточка, и сейчас я хочу то же самое, но в более фановом формате, не знаю, посмотрим, получится ли у нас больше вытащить фана с этой катки, и... Ну, я включу эти две игры, конечно же, в этот видосик. ХЛ. Баним сначала. Конечно же, фан. И не сларки банят. Так, надо ЕСа забанить. ЕСа я забанил. Инвока бы еще, Вокера бы еще. Магнус, Вокер, Вокер. Инвокер, Гео кто-то банит. Гео зачем банить, не понимаю. Пойдет. Ничего страшного, если что, VS Акса поиграем. Гоу, Зета беру сразу. Хотя, Зета никто не берет. Взять можно будет третьим-четвертым пиком, я думаю. Зета никто не берет. Ждем пик и погнали. Сейчас мы играем в пабе, ребятки, посмотрим разницу, где пацаны пытаются играть прям на победу. Это подписчики, это потенциальные хейтеры. А тут ребята будут играть по фану. И посмотрим, чем отличается паб от игр с подписчиками, да? Вот сейчас мы играем в пабе, никто в принципе не знает, я так думаю. Ну, по крайней мере, никто еще не спалился по поводу того, что типа, ну, знают там кого-то, не знают и тому подобное. И как бы, ну... Не будет, надеюсь, никакого хейта. Чтоб не бегали, не писали там. Тут будет тупо чисто фан. Ребята будут писать, что там... О, Лего взяли. Лего. Лего взяли таки. Печаль. Лего таки взяли. С Одесса будет все иллюзии убивать Лего. Жесть. Ну попробуем, может быть что-то и получится. В любом случае, контент в этой катке будет, ребятки, будет.
Даешь контент. Селей трак, команда. Го. Команда. Команда Рак, я фит. Поднимаем боевое настроение ребятам. Так, Куру сразу забрали. Остальные раси молсят, Рак. Тебе джопа рву. Так, Фура еще. Хорошо. Эй-яй-яй. Хорошо, хорошо. Отлично. Красава. Так, руну берешь. Найс. Все, найс. Хоть ФБ как бы не я беру, но команде тоже полезно. Я Куру, мне главное Куру взять с монетки и все. Дальше кайфуем. Давайте, ребятки, сейчас должно все получиться. Прям намного интереснее. Так, Queen of Pain Last Hit чуть-чуть получше будет, чем у меня. Хотя бы если с Хускаром мы как-то могли еще конкурировать, то с Queen of Pain будет крайне тяжело конкурировать. У меня дэмэджа совсем плохо все. И армора, и дэмэджа. Зет вообще, обратите внимание. Вот на самом деле, говорят, Зет имба, да, имба. Вы посмотрите на его статы, на его дэмэдж, на его армор. Он мусор. По статам мусор. За счет ультимейта он балансный. При том, что есть тут некоторые фиксы на 85-й карте. Это то, что иллюзию можно различить. И можно, так сказать, опознать настоящего и душить. Правильно, ребят? Поэтому я считаю, что Z, в принципе, балансный персонаж. Почему нет? Так, вот этого, по идее, должен добивать. Да, дамаги хватает. И тут должен добить. Эх, дед стреляет. У него заряжено. Так, беру флакс. Все, можно будет сейчас по чуть наглеть уже. Тэшку кидаю, спарка. Ух ты, он в сторону куда-то прыгнул. В сторону куда-то прыгнул. Ля-ля-ля, уходит как, видели? А там, оказывается, не дурачок на Queen of Pain. Я думал, он под тэшку прыгнет. Он не прыгнул. Под тэшку. Оказывается, что-то досоображает. Одну тычку даю. Нет, не даю. Но стики нажмет, выживет по-любому. По-любому. Так, тут, в принципе, мне поле пока что не нужно. Ух ты, там Легу гоняет. Но у меня флаг с КД, брат. Оп, от КД уже. Есть, бро. Он никогда не скинет. Флакс, он не скидывается. Поможешь чуть-чуть? Плюс. Морально задавили, пацана. Морально пацана задавили. Хилимся, живем. Пока что все идет ровно. Как по стадии лайнинга, все по кайфу. От Queen of Pain качаем первый. Первый качаем. Чтобы она очень жестко хапала. С первого спелла. Попробую поденайть. Денайт, да? Ух ты. Иди отсюда. У меня герой совсем плох для деная. Это его и балансит. Что добивать крайне тяжко. Оп, это минус, по идее. Я тоже, скорее всего, умру, да? Две тычки. Да, я умираю тут, скорее всего. Хотя, первый левел.
Еще два тика пережить. Левел есть. Хорошо. Если бы сейчас еще один тик оставался, там хп 10, я бы создал бы ультимативную свою, и можно было бы... Так, а ко мне кто-то падает? О, я умер, да? Я умер. Бьем, может, что-то получится. Пойдет по красоте, камбэкнул ситуацию, ребята. Пойдет. Хилочек был бы, захилился бы. Хилочек был бы, захилился. Ля-ля, легу, легу. Опасное нападение. Всю, блин, в стан кидает сетку. Гениально. Вот так делаю, да? Погнали. Вот если бы протаймили, может, и забрали бы, ребят. Что-то душим мы их. 1-7, пацаны играют. А может, фанове выйдет, если сильнее их задушим? Потому что в прошлой катке чуть-чуть не додошили, да? И получилось так, что они еще и ливер дал им буста. Тяжеловато получилось там. Это ливанут еще. Если только сами не будут нападать. Queen of Pain такая, ну, бодрая женщина. Сентрики принесла в мид. Ну там вообще парень молодец, соображает что-то. Так, я фармлю мидас, мне все равно. Фармлю мидас. В 7-й минуте мидас уже точно должен быть. В 7-й минуте. Можно дополнительно вызывать МПС-то и подфармливать боковой. Кэмп. Хорошо. Жалко, соло не смогу раздамажить там. Оп, хорош, 1300. Найс, пацаны, подфидели там. Так, 1400 золотых, Лего ушел в лесочек, фармит лесочек. Тут мы дофармливаем то, что не дофармили. И стакнем как раз. Хорошо. И спарки раскачиваем. Спарки раскачиваем. Сильно тоже нельзя фидить. Так, медасик есть. 7-я минута. В принципе, стандарт. Мидер ушел. Мидер ушел. Он фантом лес сейчас уйдет. Правильно, вот так вот сбалансим. Хорошо. Эх, не добью, как обычно. Надо следить за промахами дедочков. А мне так впадло. О, Террорблейда гангает. Брат, веточки кушай. Че, застрял, ветки скушай. Ой-ой-ой, ветки невкусные. Кто хост? Хен. А, это походу вот чел, подписчик зафоловился, да? О, хилку на сьюзу. Ну, ничего страшного. Жесть, я там крипов теряю, да? Вот это максимально. Я на чат отвлекся. Ребята рофлят там, я тоже сижу, вчитываюсь. Ну, Queen of Pain мне в миду ничего, конечно, не сделает, но тем не менее. Блин, еще бы руны иллюзии, да, подобрать хотя бы на кого-то там. Прикиньте, руны иллюзии. А если бы еще можно было здесь обузить руны иллюзии?
Было бы круто. Но обузить нельзя. Иллюзия не обузится почему-то. Реген хоста ДД, пожалуйста. Оп, найс. Yes, пойдет. Сапожок в студию. Есть у меня вообще раздолье, фрифармлю. Тупую. О, курочку слили. Фуриончик подработал. Че, пойдем подстакаем ребятам, может. Так, 1К, да? Ух, там Queen of Pain с урной. Так, а че это Queen of Pain тушит? Надо Queen of Pain потушить, правильно, ребят? Queen of Pain убрать надо. Урну взяла, гангает, молодец. Удивлен. Стой. А, иллюзии подберет вместе с иллюзиями. Пойдет. Или нет, не додумается. Красава, бро. Задушено. Задушено. Хорошо. Ух ты. Так, у меня почти 11, отойдем. Оф. Хорошо, пойдем еще подфармим. Так, ну у меня почти есть манта. Надо бы их, кстати, подзадушить. Задуши. Так, 11 имеем. Яшку можно взять, да? Без травелов. Надо подзадушивать их по Ой-ой-ой. Каракули душат. В жизни так бывает. ВМХ. Пока что стадия фарма, она такая немного скучноватая, я бы даже сказал. Пойдет. 500 золотых есть. Кудги, сам имха. Так, надо подраться с ними. Хилочка на базу. Хилочка на базу. И завардимся, наверное, сейчас. У меня самый, наверное, большой ГПМ вот сейчас на старте. На старте самый большой ГПМ. Подраться надо. Надо подраться немножко. Слишком зажато. Каточка идет. Пусть хаос фармит. Пойдет, пойдем за ТП-шкой. О, там пуш. Надо вижен поставить. Ой-ой-ой. Не успел флаг закинуть. А пока что рассинхрончик у нас такой. Немножко мы перестали душить, и ребята начали камбэчить.
МХ-шник Пудги. Я в топе. Так, Рутге тут. Тут все. Хорошо, погнали. Если заберу, будет очень хорошо. Отлично. Но манта почти есть, самый высокий ГПМ имеется. Манта почти. Надо эту курочку убить на Queen of Pain. И давайте вот так вот сделаем, ребят. Надо. Завардиться, ребята. Не выводят сами, поэтому я возьмусь. Но долго в этой катке фармим. Манты, парни, надо делать. Манты. В этой катке манты. Так, это продаем. Хилочек тоже продаем. Все, найс. Вот здесь завардим. Хорошо. А я не успел маны дать ему, прикиньте. Ты. Вот этого можно жирного. Толпой. Хорош. О, еще курочка. Иллюзии. Мои иллюзии. Помогут мне завоевать мир. О, хорош. Хорошо. Вот так сделаем. Пришла. Пришла ко мне прям. Жесть. Рош идут. Лего с армлетой. Ух ты, не успел чуть-чуть. Ну ладно. Чуть-чуть не успел. Быстро должны забрать. Там иллюзии пудж хукает, иллюзии. Думает, может это оригинал такие. Может это такие оригинал. Так, я заварил ребятам, по идее чуть полегче должно быть. О, бей ее. Найс, прыгаешь. О, жесть. Так, ну манта почти есть. Почти манта. Манта. Давайте возьмем. Мангусик. Почти манта имеется, ребят. И сейчас начнем то самое, ради чего мы здесь сегодня собрались, как говорится. Как говорится, из видоса в видос. Хорошо. Курумагас. Еще вардик поставлю. Так, еще варди, где бы поставить такой? Там фура еще, блин. Фура, кстати, тоже может неплохо поддефливать. Так, манта есть. Есть манта. Че у вас там? У меня только Яша. Манта на базе. Ага. Хорошо, пацаны уже все сделали. Тоже почти. Но саппорты остаются у нас только. Саппорты остаются только. Опа, там легич.
Хорошо. Пойдет. Пойдет. Там, кстати, и Sonic Wave будет неплохо работать на эту тему. Фифей тут фидер команда. Фидер команда. Фидер команда. Хорошо. Лего, кстати, походу плюсы качает. Плюс 2, да? Да, он плюсы качает. Это радует. Он не знает, зачем Адес. Адес в этой катке, он не знает, зачем он. Свой сяд. Ребята, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, подписываться на ТГ, подписываться на Бусти, чтобы не пропускать такие видосы, какие вы смотрите постоянно на моем канале, ребятки. Поэтому не забывайте. Жесть, я пока тут юзал. Спасибо всем, кто поддерживает, от души каждому. Это фан-контент, ребятки, напоминаю, фан-контент, рубрика «А что если?». Поэтому буду рад, если будете поддерживать, ребята. Спасибо всем. Го, первый, первую вылазку, парни. Низу МБ. Нага с иллюзиями и мид. Или мид. Куру бы забрать. Go mid. Хаос КД. Хаос 30 сек. Я 10. Г, ждем. Первый раз в мидочке. Давайте сделаем суету. Кура лотар сделал. Кура лотар сделал. Ждем. Хорошо, пошло, пошло. Ребята. Работаем. Жесть, сколько тут иллюзий. Я настоящий, у меня вот он. Я, если честно, максимально люто теряю контроль, не понимаю, где, где кто, потому что это жестко. Так, а я тут умереть могу, кстати. У меня никакого диспела нету. Эти мартретки какие-то. С момами. Жестко, надо поддефливать. Так, мид ТП. Я не знаю, это, конечно, жестко. О, Адес взял он. На леге. Молниеносную делаю, короче, стандарт. Да, можно сделать солбустер. Не нуждаться в мане, в принципе. Особо. Блин, все-таки он начал отскачать. Да, он у меня 2 левела. Понизу через минуту КД хаоса пойдем. Так, ульту мне тогда юзать нельзя. Кто там пошел? Э, ТБ куда пошел? Куда ТБ пошел? Не надо, пацаны, хватит. Фида достаточно, пацаны, на этом сейчас. На кураже, думают, победит. Думают, победит. За топориком, выхуком. И пятером пришли, фифеи. Ок, гомит. С иллюзиями. Арчит там появился. У нас у всех манта, он арчит за то. Погнала. Окей, let's go.
Еще Мидас успевает надо кидать. Что за хрень? Ой-ой-ой. Хорош. Отлично. Гоу далее. Цепанем. Копу надо как-то убить. Копу. Лего пофармить пошел. Хитрый бобр. А какой? Он здесь, мне кажется. Здесь, мне кажется. Да, души его. А он такой наглый на Лиге, вообще жесть. Пошел пофармить крипов. Да го! Вы не парьтесь вообще. По низу, низ. Или топ. Вообще пофиг куда. Тавра, суицид просто. Первая вылазка, 25-я минута. Гок, ТБ. Сюда. Жесть. Ух ты, какой хук. Меха! Сюда. Че, наверное, одного на низ отправлю, да? Жесть. Что происходит? Так, ладно, этого сюда. Смотрите, какая отчаянная суета. Это жесть какая-то. Что это такое? Почему так много? Жесть. Ужастик просто. Посмотрите эту армию. Жесть, дефим. Это жестко, я не знаю, прям через 100 сек. Г, низ. На мантах. Это жестко, парни. Не знаю, фаново, фаново. Так, мне нужен мистик. Рефреши, мантак так, так, манта не рефрешится. Манта не рефрешится, бро. Жесть. Я. Через 50 сек. В атаку пойдем. Жестко. О, фуриончик, фуриончик. По фарму чемпиончик. Не попадешь по нему, дядь. Годлайк. А Егис забрали там. Нифига себе, там кто-то Рошана лупил. А, фантомка. Полетел фантом. Полетел. Дай я флаг юзану ему. Лакс юзануем. Сейчас рестница пол хп сразу отлетит у нее. Там просто спарков настакал, пока она резается. Ой-ой-ой, блин, ну я не знаю, ну прям. Ждем, ждем. И в ХГ full pack иллюзий, парни, отсюда. Всех манта. Сюда. Кунаги не хватит. Гоу. По топу. Ребята, поехал. Суета. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы просто посмотрите на это. Жесть. Как это контрить вообще? Как
Как это вообще контрить? Там иллюзии ломают, мы тут рофлим. Жесть. Ой-ой-ой. Я не знаю, просто без слов. А, Лего пришел. Дайте флакса кинуть, дядь. Бедный легион. Ой-ой-ой. Жестко. Го, мид иллюзии, а сами топ. Это жестко, ребят, не знаю. Без шансов просто. Это жестко. Ждем. Я возьму рефреш, чтобы еще больше иллюзий сделать. С рефрешем. Легу кикнули. Лол. Осуждаю максимально. Блин, я не знаю, сейчас такой... Мне бы сейчас не запутаться в том, что мне нужно нажать. Это будет 3 темп, 2 темпеста будет. Один оригинал. Один оригинал. И у нас, в принципе, манты у всех есть. Г, манты есть. Дайте найду. Жестко. Это что такая за арава? Хочется на реплее это посмотреть, как заходят. Как все заходим. Ждем. У Наги от КДшится, вот тут гол. Э. Так, мне один темпест. Иллюзия есть. Рефрешись. Второй темпест. А, у второго темпест. А, нет, все, я F2-шного выделил. Жесть, пошло дело. И еще туда своих иллюзий. Просто посмотрите на это. Как это выглядит. А сами на топ пойдем. Там иллюзии кто-то бросил, ТВ не доконтривает. Жесть. Просто они ломают, а мы топ ломаем тут. Ну иллюзии уже посливали там. А мы в топе. Пацаны. Вас немножко топ пострадал. Жесть. А у меня гем, брат. Рак, команда. Не пуш. Не пуш. Вы еще. Жесть. Я не знаю. Это люто. Это нереально. 70 сек. Я вообще в шоке на самом деле с того, какое количество персонажей идет. Пока мы го в мид в трон с фул иллюзиями и тоже вместе. Вот так вот, ребята, напишу. Ок. Это для видоса сейчас чисто соберемся вместе. 40 сек. 40 сек. Ждем. Это жестко, ребята. Голсмака. Иллюзии вы смака бафнем. И пусть зайдут. Порофлим. Жесть. Жесть. И не говори так. Так. Где смока? Кто смока принес? Куда ты юзаешь? Зачем? Ой.
Ладно, гоу. Погнали. Еще темпеста. Вот так вот отправляем. И все по миду гоу. Вообще, что происходит, не понимая, просто выделяя вот так вот. Ой, там хаоса жрут, ребята. Толпа поехала, Аравович. Оп, еще есть. Они, наверное, сами в шоке. Я хочу посмотреть, как это выглядит от их лица. Вот эта вот суета. Тупо не знаю, что произошло. Это жестко. Они сами, наверное, не понимают, что происходит. Почему так много персонажей. Ой, жесть. Ребята, ну на самом деле это лютая тема. Реально, эти иллюзии, это просто... Я в шоке просто. Я просто в шоке. Ой-ой-ой-ой-ой. Это жесть какая-то. Ребята, ну вот такой вот получился у нас видосик. Обязательно поставьте лайк за это видео. Конечно же, напишите ваши комментарии по поводу вообще всей вот этой суеты. Если честно, получилось жестко. Я даже не думал, что настолько лютый будет вот этот ажиотаж. Прям по реплею я посмотрю, сейчас сделаю вставочки в начале видоса, чтобы понимать, как это выглядит от лица оппонентов по реплею. Это прям реально жестко. Ну и что ж, в принципе, спасибо всем, кто посмотрел это видео, ребятки. Обязательно поставьте лайк, как я уже и говорил ранее. Не забывайте подписываться на YouTube, на ТГ, подписываться на Boosty. Также подписываться еще куда-нибудь, куда вы там любите подписываться. Ну и оставить свой добрый комментарий. И оставить комментарий по поводу того, что бы вы еще хотели увидеть в этой рубрике. Рубрике «А что если?». Ну не забывайте, конечно же, что стрим идет у нас по МСК. Залетайте, буду рад всех видеть. На этом все, друзья, с вами был Ксеназос и... До скорого.